Вот в Китае, в отличие от Японии, редко увидишь, когда местные болельщики машут какими-нибудь еще флагами, кроме китайского. А в Японии тебе и русским помашут, и английским, и чем только не помашут. Такие вот. Хотел бы я посмотреть на того, кто в Китае помашет не тем флагом. Не тем. Там все, конечно, строго, хотя демократизация общества налицо. Следующие участники также из Китая. Это Юг Сяоянь и Ван Чэнь. Не знаю, Петр, можно ли так обращаться с девушкой в танце, как вот сейчас? Особенно в конце программы, когда ей и так нелегко. Сяоянь Ю и Чэнь Вань, ну, так как у них вальс еще сопряжен с танго, поэтому тут вот эмоции в конце перехлестывали через край. Честно, да, говорите, Петр. И тем не менее, на данный момент соревнований, мне показалось, что это по ней просто упал. Но тем не менее, она спаслась. На данный момент соревнований эти спортсмены, безусловно, должны занять лидирующую позицию. И мы видим, что опыт этих спортсменов сказывается, и их катание более уверенное, более, так скажем, убедительное для судейской бригады. И то, что они скомбинировали в своей программе вальс и танго, вызывает больше интереса. Но, тем не менее, мы видели с вами, что партнер на протяжении всей программы испытывал проблемы с твизлами, как и в серии твизлов, так и в твизле в дорожке шагов. Вот мы как раз с вами видим твизлы. Но это, по-моему, третий твизл уже, да, испытывал проблему он в первом, он сделал там двукратную тройку, что, безусловно, понизит уровень этих твизлов. Так на предыдущем этапе очень сильно была заметна разница между вальсовыми сегментами и уже далее более свободным танцем. На этом этапе как вам показалось?
Пока сложно в целом говорить об этапе, пока мы видим, что ребята катали танго, а вот им поставили музыку вальса как раз. Поэтому понять что-либо сложно, но уверен, что они сейчас займут лидирующую позицию. И пока, как законченная композиция, для меня смотрелся, гляделся, скажем так. Только первый танец, представленный американцами, хотя немножко не дотянули в выражении имиджа и характера кантри. Но, тем не менее, сейчас мы с вами увидим, что да, безусловно, они лидируют и по технической оценке, и по компонентам, и выигрывают, я думаю, около 5,5 баллов у предыдущих китайских спортсменов. Они вот сами у себя выигрывают 2 балла. Я имею в виду по сравнению с предыдущим этапом. Получают personal best, что сильно в принципе...